Запахняло в повіве єсені, з вятрем зимним улетів слов сенс. Так być musi, нічого не могу już zmienić, брилянти на кінцях твоїх рез. Всім-всім привіт! С вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить второго Ведьмака. В прошлой серии мы остановились на том, что посетили Йорвита, и перед нами сейчас стоит сложный выбор. Ибо мы выбираем, начинаем помогать Йорвиту, и сразу отправляем свой Дирн спасать Трис, отправляемся к убийце королей, к Лето. Либо мы помогаем Роше и сначала убиваем... Как, не убиваем, да? Вроде хочет его убить, Лоренда. И потом уже занимаемся всем остальным. Побрился. Это ты мне? Да, я вроде нормально выгляжу, что-то прям так. Здравствуй. Ага, привет. И еще у нас есть один квест, который весьма любопытен, но точнее всего мы его завалим. Вот он. Мистическая река, да. Я думаю, те, кто проходили, те понимают, о чем я говорю. Те, кто проходили, точнее, игру. А остальным, я думаю, разъясню это, когда мы все-таки его уже завалим. Я так будет интереснее. Порядочная. Но прежде чем мы что-то начнем делать, нам надо продать все лишнее. Мы перегружены, мы не можем нормально двигаться, точнее, бегать. А вот торговца здесь нет, у которого мы обычно закупались и продавались. Урод. Отлично. Ладно. Давайте поищем торговца. Может быть, все-таки где-нибудь здесь остался торговец, который не будет к нам обращаться фразой «урод». И примет все наше добро. Точнее, не добро, мы продадим всякую ерунду. Ну, это не важно. Да, правда, так можем ходить целую серию. Так. В порту, насколько я помню, был торговец. Кто-то белье свое бросил. Но, может быть, его там тоже сейчас нет. Хотя подождите, какой там торговец? Мы торговались только с кузнецом, который был краснолюдом, и сейчас его, естественно, в городе нет. И торговались тем мужичком на главной площади, которого сейчас тоже нет. А больше кто с нами еще будет торговать? Может быть, ты, мужик? Не угодно ли выпить? Нет, я хочу продать всякую ерунду. Добро пожаловать. Так, ладно. Сделаем все проще. Снял этот весь мусор и... Выбросим, да. Рыбацкая... Сеть, стальной канат. Ох, а выкидывать нам тогда придется много. Не очень-то хотелось бы. Трофей. По килограмму все, да. Мечи. Ржавый нож. Сколько весит? 2 килограмма. Так, да, выбросить. Короткий меч, намного хуже нашего. Весит он. Вот еще крепкий корт, кстати. Крепкий длинный меч. Жалко, конечно, могли бы продать и неплохо на этом подзаработать. Ну, ладно. Вот он, мешочек с нашим добром под ногами у нас. Теперь мы наконец-таки можем бегать, да. Как же это хорошо. Так, ладно, давайте отправляться к Йорвиту. Да, тут портрет его висит. Как чуть бы не самого опасного преступника в данном районе, в данной вселенной.
Опять-таки нам рекомендуют подстричься, побриться. Я так понимаю, после того, как мы согласимся на условия Йорвита или Роше, в зависимости от того, чей путь выберем, нас отправят из Флотзама, точнее мы уплывем. И все, и на этом это закончится. Да, подняться выше по течению Понтера. Мы поплывем, да, по этому течению Понтера. Но вот этот квест... вряд ли мы сможем его взять, вряд ли мы его сможем сделать. Дело в том, то, что для его продолжения придется сделать довольно большую жертву. Либо... Так, нет, у нас так много капканов, не буду брать. Либо мы делаем эту большую жертву. Конечно, жертва сугубо моральная, это была ловушка. Но, тем не менее, мне не очень хочется. Что такое? Не очень хочется делать так, поступать именно так подло по отношению к тем существам, которые... Сейчас судьба, в общем, будет в наших руках. Да. Ну, вы скоро, в принципе, все это увидите, и я более подробно прокомментирую эту ситуацию, когда мы будем на месте. Йорвит ждет, Хойне. Хватит называть меня Тхойна, а прям это звучит как реально оскорбление какое-то. Золото, ну ты там... Понятно, ты нам ничего не расскажешь. Ты, ну привет, мое предложение. Эльф. Да, придется. А то Роше там предлагает совсем какие-то... непонятные затеи. Хорошо. Я помогу вам. Мы достанем лето вместе. Отлично. Не будем терять времени. Нам нужно захватить барку, на которой держат пленных. Ты хочешь с горсткой эльфов отбить корабль в городе, где только что случился погром? Беру свои слова назад. Ты не просто все осложняешь. Ты сумасшедший. Моя мама тоже так говорила. Хм. Великолепно. Значит, мы будем прямо в город отбивать барку. Ладно. Ничего, согреемся. Зато. Ищем во всем свои плюсы, да. Кстати, в одной из серий я упоминал про фильм по Ведьмаку, который так и называется, Ведьмак. Там, кстати, тоже был король Фольд, искать Эли и все такое. Хотел бы сказать пару слов про Фольдеста, там он выглядел очень забавно. Да и история с ним довольно странная, как мне показалось, особенно после игры. Да, конечно, фильм появился раньше, чем Ведьмак, игра. Но неважно, все равно там такая-то было странно. Итак. Спасаемся с всякими травками. Последний раз смотрим на эти леса красивые возле Флотзама. Что у нас тут?
Ничего, ладно. Сейчас мы покинем флотзом, судя по всему, на той барке с включенными. Сколько у тебя тут бойцов-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь бойцов, он сам и еще наш здесь. Друг краснолют. А, наконец-то. Фактория вся на ушах, там полно солдат. Ты уверен, что это хороший план? Мы не станем входить в город. Мы разделим отряд. Ты ударишь со стороны пристани, и у тебя будет отличный проводник. Я с остальными подойду по реке. Большинство стражников сейчас должно быть в фактории. То есть погром нам на руку? Я бы сказал это несколько иначе. Ясное дело. О, знаете, я забыл выпить эликсиры, а сейчас, точнее, если мы будем в бою. Давай лучше пойдем на хитрость, может быть, а, Йорвит? Там будут как-то более логично, да, нет? Да пристань может быть опасно. Если ты думал, что все будет легко. Не в этом дело. Попробуем пойти на хитрость, как с лета. На пристани помощи не будет. Зато стражники нас не задержат, а на барке всего горстка людей. Ха, они будут мертвы прежде, чем успеют достать мечи. И тогда мы дадим сигнал остальным. В этот раз от нас никто не уйдет. Согласен. Сделаем по-твоему. Скайтаэль! Эвелиан! Врихет! Врихет! За мной! Что сказал? Долго рассказывай. Долго рассказывай, жизнь говно. Да, мы слышали этот вывод тот не раз. Так, давайте запасемся сразу эликсирами, точнее все их выпьем. Пока не забыли. Так, ласточка. Добавляем. Мангус нам не нужен. Грач. Добавляем. Зелье Петри. Добавляем. Все, упиваем. Отлично. И пойдем. А, да, давайте еще сохранимся, чтобы не было у нас больших сложностей. Так, что у нас тут было? Секунду. Так, ну давай, знак, перезаряжайся. Что у нас тут? Я ничего, если честно, не вижу. Ну, ладно, может вот быть там где-то вдали было. Надо пройти через ворота. Просто как лямбас с маслом. Что? Ничего, Дхойне. Веди. Что такое лемба? Ну ладно. Ладно, ладно. Стой! Кто идет? Ведьмак, я поймал эльфа. Да не просто эльфа. Йорвита! Лоредо обосрется от счастья. Лоредо приказал доставить его на барку. Ха! А мы уж собрались топить всю эту погонь. Прямо тут? Чтоб нам падалью воду отравило. Нет, ниже по реке. Идем. Да. Он знает, что решил Лоредо это сделать. С заключенным. Знаешь, что самое смешное, Гвинблейд? Ну? Я превратил жизнь этих Дхойне в ад, а сам здесь впервые. И как тебе другая сторона медали? Они тоже видят меня в первый раз. И что-то не мучаются угрызениями совести. А должны? Наверное, нет. Они хотят посмотреть, как я умру. Я хочу посмотреть, как умирают они. Таков порядок вещей. Стороны медали придумали философы из Оксенфурда. Они просто никогда не были в таком месте, как Флотза. Никто не должен сегодня умереть, Йорвит. Кроме солдат-коменданта. Так, ладно, пошли. Нас ждет корабль. Точнее, барка. Точнее, гнилое корыто. Это Йорвит.
Лоредо приказал доставить его на тюремную барку. Йорвит собственной сраной персоной. Этот ублюдок моего брата застрелил. Никто ведь не обидится, ежели я с ним немного позабавлюсь. Так, лапы прочь, да. С дороги, нет времени. Это чего это? Приказано доставить его на барку. А ты кто такой будешь? Эльфский петушок? Так, ладно. Давайте им пригрозим. Отвали, не то я тебя так приложу, что забудешь, куда есть, откуда срать. Ну ладно, ладно, иди прочь. Пускай этот сучий потрох в кандалах сгниет. Видел этого мелкого паршивого тхойня? Такие нравятся мне больше всего. Их убиваешь, как сорняки пропалываешь. Очень успокаивает. Ты бы спасибо сказал. Ах, да. Куда это ты? Я веду Йорвита на бар. Приказ коменданта Лоредо. А вот и наше гнилое корыто. Угу. Мы на нем плыть собрались, да? Ну ладно. Какой-то довольно такой странный рисунок на борту. Ну ладно, давайте не будем на это внимание обращать и пойдем дальше. Я возьму тех, что справа, а ты слева. Так, а что у нас там по эликсирам-то? А, все отлично, они еще действуют. Какой ты легковерный. О-о-о. Так, тихо. Что вы там прям заржали, а? Ну-ка. Угомонитесь. Мельница работает, кстати, на отлично, как умение. Просто великолепно. Я знал, что ты снюхался с этими ушлепками, мутант. Ну что, чувствуешь себя героем? Если вы отчалите, я сожгу ваших девок живьем! Отплываем. Наши женщины готовы к смерти. Я на это не готов. Я иду за ними. Блёдут хойны. Да, вот сейчас у нас будет такой выбор. Либо мы идем за Лоредо. Лоренда, да, и убиваем его, либо спасаем эльфиек. Если мы спасем эльфиек, то мы провалим квест. Если мы пойдем за Лоредо, мы... Ну, вы поняли, в общем.
нас два варианта. О. Ну, мы спасем Эльфии, конечно, да. Поступим по совести. Так, как туда попасть? Не тот меч. Здесь ход, да. Что-то я думал, что вас будет больше. У вас только трое. Ну ладно. Если его не прикончат местные, это сделает кто-нибудь еще. Это не важно. Ты спас наших женщин. Мы в долгу перед тобой. Помоги мне найти Трис и убийцу королей. Тогда мы будем в расчете. В таком случае, на Верген. Отходим! Так. Так. Это Рошет-то видел, нет? Вернон Роше уплыл отсюда без проблем? А что ему сделается? Мы поговорили немного, пока ты шел на скалы с лучниками. Я хочу, чтобы он понял. Он смог уйти только потому, что я ему это позволил. Итак, да, мы спасли, кстати, в этот раз. Ладно, чуть позже скажу. О, нам дали повоевать за Йорвита. Окей, ладно. Темерский особый отряд. Создан королем Фольтестом после первой войны с Нильфгардом для борьбы со скайтаэлями. Ветераны, профессионалы, лучшие из лучших. Это конец, Роше. Видишь гербы? В моей коллекции не хватало только темерских лилий. Я победил командиров всех особых отрядов на севере. Теперь я смогу объединить скайтаэлей. Заканчивай, что начал. Я не убью тебя, Роше. Мы, Айн Сейтхе, не убиваем представителей вымирающих видов. Живи. И помни, кто тебя победил, потому что я могу сделать это еще раз. Вафаэль, Вернон Роше. Ты совершил ошибку, Йорвит. Я найду тебя. Отплываем! Надо же. Это только начало. Но я рад, что ты оказался на правильной стороне. Мне бы твою уверенность. Убийца оставил нас с носом. Нет, правда. Он похитил Трис Меригольд. Казалось, не удовольствовавшись жизнью Фольтеста, убийца забрал и его бывшую советницу. Недолго думая, я ступил на палубу баржи
и, прихватив с собою Геральта, отправился вглубь долины Понтера. По словам эльфов, именно там, под знаменами Вергена, собиралась вольница, чтобы сражаться с кайдвенскими захватчиками. К моему отряду в этом путешествии присоединились весьма примечательные личности. Признаюсь, что соседство с мерзавцами и убийцами из отряда Скайтаэлей само по себе довольно отвратительно. Но помощь Йорвита и его овеянной дурной славой компании все же могла оказаться весьма пользительной. Помощь пользительной, не складно. Словом, полезной. Три тысячи человек. Я помню, какая была тишина, когда об этом услышали в Венгерберге. Во дворце, на улицах, в домах. Вся столица молчала. В самой гуще. Что ты задумала, Саски? Я не позволю продать Айдирн. У нас нет сил на войну с Хенсельтом. Придется начать переговоры. Дела военные оставь мне, принц. Ярпен Зигрин говорил, что король очень вспыльчив. Спровоцируйте его, заставьте начать бой, а потом уже займемся переговорами. Я все еще не могу поверить, что дворяне нас предали. Забудьте про дворян, принц. После того, как мои ребята побили их на дыхне, они ничего не значат. Во имя Гревы, мой господин, эта девка сам дьявол воплоти! Во-первых, у этой девки есть имя. Во-вторых, у меня нет полководцев лучше нее, а все прочие нас предали. Но она чудовище! Грева послана в несон! Дьявольская ехидна пожрет твое наследство! Помолчи, Альшан. Мы уже пришли. Итак. У меня плохая память на именно его имя только что. Его имя только что мелькало на экране, на S как-то его звали. Ну, собственно, это нам сейчас и не важно. Похоже, какой-то рыцарь. Этого... Понятия не ладно. Имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей ладно, же пользы. Ладно, понятно. Но я не совсем гражданский. Так, ладно, вам, наверное, интересно, почему вообще мы спасли эльфиек и тем самым даже запороли квест, довольно интересный, длинный. На самом деле, я всегда поступаю в играх так, как хочу, как мне интересно, как, ну, знаете, как говорится, душа велит. Мне хотелось их спасти, куда больше, чем выполнить этот приз и получить там, вроде бы, шмотки какие-то в конце этого квеста. Он заканчивается где-то в третьей главе. Поэтому вот так. И, собственно, мы всегда так поступаем во всех играх. Если вы смотрите этот летсплей, в дальнейшем у нас будут примерно такие же решения. Так, ладно, давайте двигаться дальше, разбираться, что тут к чему. Похоже, это та самая женщина, которую Йорвит хочет сделать как бы королевой своих земель. Или того государства, которое он хочет создать. У нас маленький отряд краснолюдов, 4 человека буквально. Я? Да, вот этот лысый чувак, я забыл, как его зовут. Точнее, я его даже не запомнил. Откуда убивица? Ее пригласили? Похоже, будет у них потеха. Так, ладно. Кстати, в графическом плане, я не знаю, по-моему, об этом не говорил. Можно отметить то, что Xbox версия отличается первым делом от ПК-версии гаммой. На ПК очень яркая гамма. Здесь они сделали ее более такой, как бы сказать правильно, это более серой.
меньше бросается-то в глаза. И не знаю, плюс это или минус. Кому-то может больше нравится, конечно, та гамма, которая на ПК. Но вот эта гамма, которая представлена в Xbox 360 версии, конечно, для глаз лучше. Можно играть дольше, меньше будут уставать глаза. Да и приятнее, по-моему, она. Но, как говорится, на вкус свет товарища нет. Твердый орешек. Впечатляет. А в доспехах это кто? Давайте скажите, кто это в доспехах-то? Ну, саму любопытно, кто в доспех. Нет, менюшка у нас не открывается. Стальные умения тоже нет. Меч достать мы не можем. Ну ладно. Видимо, это просто такая катсцена. Нам покажет что-то довольно любопытное. Узнаю запах. Темерская вонь. Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Опять Винсент. А ты кто? Ульрих. Здрасте. А, чёрт. Здравия желаю. Ха. Густав. Мы все подпишем, пресветлый государь. У нас гости. Приветствую тебя, Стэннис, сын Демовенда. Приглашаю Стэннис тебя на да, Стэннис. Вот так. Привет тебе, Хенсельд. Вижу, ты чувствуешь себя в Айдирне как дома. Но я не припомню, чтобы высылал тебе приглашение. Хеллард все сделал за тебя. Это он меня пригласил. И я не нарушал мирного соглашения. Пока. Ах, вот как. Сударь Броган, будьте любезны проводить графа Хелларда в уединенное место и там его обезглавить. Куда ты лезешь, щенок? Ты еще не король. Твой отец был. Моего отца нет в живых. И еще не миновал траур по нему, как ты предал его страну. Ваше Величество, я прошу дать мне охрану. Этот молодой человек безумен. Взять его. Ваше Величество, как же наш договор? Ты мне больше не нужен, Хеллард. Есть еще вопросы? Отлично. В таком случае перейдем к делу. Хорошо сказано. Карты на стол. Со мной в лагере больше 200 вооруженных людей. Этого хватит, чтобы удерживать переправу несколько часов. А за рекой ждут 5000 закаленных в сражениях молодцов. Они такие силы разбивались со стены Вергена. Или Вергена. Ты нарушил мирный договор. Давайте взовем его, наверное, к совести. Скажем то, что ты нарушил мирный договор. Хотя, судя по его характеру, ему на это просто пофиг. Ладно, давайте попробуем. Ты нарушишь соглашение Центрийского мира. Все королевства Севера будут обязаны поддержать меня. Никто тебе не поможет. Родовит Риданский, князья на юге. Забудь о них, мальчик. Они тебе не помогут. Мир. Да срал я на него жидким калом. Ты остался один. Не совсем. Саския, не вмешивайся. Пожалуйста, пожалуйста. Оказывается, у тебя есть дар речи, девица. Саския, убийца драконов. Ты еще красивее, чем говорили. Добавь еще вот эту девку. Без нее крестьяне бросят сжечь господские усадьбы и вернутся на поля. Для тебя сплошная выгода. Не бывать этому. Эта земля под моей охраной. И если больше ни у кого не хватит отваги, чтобы противостоять тебе, это сделаю я. А теперь слушай, король. Я даю тебе час на то, чтобы покинуть Верхний Айдирн. Если ты этого не сделаешь, война. Если хоть один каидвенский солдат останется на этой земле на полминуты дольше, война! И вели своим герольдам огласить, что ты приносишь извинения народу Айдирна за этот позорный набег. Иначе война. Ха-ха-ха-ха! А у тебя есть яйца, женщина? Если я на такое соглашусь, мои солдаты решат, что я трус или баба. Я Хенсельд из Арткарайга. Я не привык удирать от барышень, даже если они убивают драконов.
Кроме того, ты мне нравишься. Я хочу эту страну, хочу золото и хочу тебя, убийца драконов. Взять их! Да, раскатал губы король. Так, секунду, знаки. Нет, ничего у нас нет. Мне очень понравился диалог, конечно. Он кинул столько эпичных фраз. Срал я на этот мир жидким калом. И еще парочку таких вещей. Ну, ладно. Тем временем у нас проблема. У нас осталось очень мало здоровья, и мы тут запросто можем умереть. Так, а вот короля надо было просто зарубить, да? Клянусь сиськами великой матери, Геральт из Ривии! Вдобавок в отменной компании! Ярпин Зигрин! Сколько лет, старая койпутала! Рад тебя видеть в добром здравии! Геральт, ну чего уставился? Будто духа увидал! Не обнимешь старого товарища? У Геральта плохо с головой. Ха! Так он и вправду зарубил Фольтеста? Мне только лучше. Фольтест был сукой себе на уме. Это ты, Геральт, молодец. Не в этом дело. Он потерял память. Я не убивал Фольтеста. Да какая разница? Ну кто-нибудь другой его прихлопнул. У нас теперь беда поважнее. Где Саски? А этот мясник что тут делает? Я привел 100 лучников, лучших на свете. Мы хотим помочь вашему делу. Тогда придется обождать, потому как Саски и принц Пеннис, Стеннис, пошли переговариваться с Хенсельтом. А мы с ребятами тут стоим. Ну, мало ли что. Солнце погасло. Зовите магичку. Идем, Геральт. Что тут вообще начинает твориться лютая чертовщина.
Знаете, давайте закончим на этом эту серию. Она длится уже довольно много времени. Была очень насыщенной, очень такой яркой. Мне самое понравилось все, что здесь происходило в это время на экране. Но тем временем на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайки, комментируем, не забываем подписываться на канал. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока.